Друзья, всем привет! Сегодня 24 мая, погода хорошая, теплая, больше плюс 22 градусов, но шквальный ветер, пчела до обеда по одуванчику поработала, сейчас лед послабее стал. Ну, поскольку маток 20-го я не получил, у меня уже есть маточники, есть с прививочной рамкой, поскольку 14-го я укладывал на 4 семьи решетки. Уже прошло даже больше 7, больше 8, 10 дней прошло. Сегодня я 4 семьи могу разделить. В корпусном пчеловодстве, промышленном, рациональном, в принципе, деление семьи корпусом можно и назвать это и отводок, то есть и как и делаем отводок, или делим семью, это, то есть кому как больше нравится. Вот я приготовил, значит, 4 дна, 4 подкрышника, 4 крыши, холстики, подушки. Вот такое сделал место, поддон. 4 улья поставлю. 2 на юг, 2 на север. Значит, план такой. Отнимаем корпус, на дно ставим. Смотрим, где открытый расплод, там и рам, там и матка. Матку, соответственно, мы убираем на новое место, а на старом оставляем корпус с расплодом, с печатным. И там летная пчела соберется. И через 2-3 часа буду давать маточники. Этот улей закрываем пока. Так, сейчас верхний посмотрим на наличие открытого расплода или засева, чтобы понять, где у нас матка. Пчела пока спокойно, я особо не дымлю. Вот, пожалуйста, открытый расплод. И запечатанный. Матка у нас здесь. Дальше не смотрю. Для контроля, для интереса, давайте глянем в нижний. Вот, печатный расплод в центре, трутневый по краям. Открытого нет, печатный только расплод. И там так дальше. То есть матка в верхнем корпусе, как в принципе вероятность была самая высокая, что она будет верхним. Действуем по плану. Оставляем здесь один корпус. Так еще у 3 семеек. Сейчас еще 2 улья и через 2-3 часа будем маточники ставить. Прошло 2 часа, уже пошел 3 час, как убрал корпуса. Вот явно на этих 2 семьях видно, что пчелы почувствовали сиротство, паникуют, вон по передней стенке ползают, суета, и тут уже и облет молодняка. Вот на этой тоже это проявляется. Вот на этой спокойней. И на этой как-то спокойней. Ну, не знаю, может быть, характер такой у семей. Ну, сейчас будем поставлять маточники. Фольгой обмотал. Восьмое мая. Опять смотрю, вчера не вышли еще матки, проверим сегодня. Сегодня точно 16-й день. Да, шевелится матка. Короче, надо смотреть на второй день после 16-го дня, тогда точно будет уже да или нет. Ошибка моя, слишком близко, надо к центру ставить, чтобы температурный режим был более оптимальный. Вот, второй семье вышло.
Я вчера чертовски волновался, подумал, что-то пошло не так, что температура здесь прохладная. Но все, слава богу. Смотрите, второй. Все получилось. И поэтому такая спокойная семья. Все, надо ставить на затрамку. Тут где-то бегает неплотка, а я уже тут мешаю ей. Вот третья семейка тоже. Матка вышла. Они, видимо, вчера вышли или ночью. А я вчера посмотрел днем, думал, что-то не так. Здесь еще один маточник. Наверное, я открою. Я не вижу там признаков жизни. Да, матка замерла здесь. Видно, что, как говорится, в конце войны. Возможно, здесь и температурный режим не устроил. Я, наверное, этот второй поставлял, не помню. Ну вот, не зря два поставил. Ну вот, друзья, это четвертый подход получается. Я поделил семьи в отводок, в котором не было открытого расплода. И матки поставил. Маточник на выходе. Эти я поставил за 3 дня, потому что непогода была. Лучше ставить на 14-й день. Вот матка благополучно вышла. Теперь она будет облетываться. И к июлю, к медосбору, я надеюсь, будет отличная семья там уже. Ну, сейчас через 2 недели я проверю матку, как начала сеять. Но уже сверху сейчас буду ставить через решетку корпуса или магазины под мед, потому что корпуса им сейчас мало. Я волновался, что поставил его близко к краю корпуса, а не в центр. Возможно, температурный режим был не очень благоприятный. Ну, а также, может быть, просто совпало, что матки, которые вышли в воспиталки, они были по сроку на подходе, а эти так получилось, что я взял, может быть, более крупные, но они, личинки были чуть моложе. Потому что видно было, когда я прививал, что личинки были там не одного срока. Вот, сейчас, значит, старая матка отсажена с несколькими рамками расплода в отдельное место. Она тоже к июлю наберет обороты и должна сработать на мед. Там посмотрим, чем нам порадует июль, чем порадует нас погода. Спасибо всем за внимание, всем удачи. Если нравится, ставьте лайки. Будьте здоровы, всем удачи, пока.